Дорогие братья и сестры, мы находимся сейчас на самом лучшем месте на земле. Мы находимся сейчас на самом достойном месте на земле. Мы находимся сейчас на самом любимом Аллаху месте на земле. Потому что Всевышний Аллах этим местом клялся в своем Коране. В двух местах Всевышний Аллах сказал: «Ля уксиму бихадаль балад». Клянусь этим городом. Также Всевышний Аллах сказал: «Ва хадаль баладиль амин». Клянусь И этот город, в котором Аллах сделал безопасность. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал про это место и про этот город: «Валлахи, иннаки ля хайру ардиллях». Клянусь Аллахом, ты являешься лучшей землей Аллаха. «Валлахи, иннаки ахаббу ардиллях иляллах». Клянусь Аллахом, ты являешься самой любимой землей Всевышнему Аллаху. «Валяуля анни ухриджту минки». И если меня не выгнали бы из этого места, ма харажту, я бы не вышел. И это является город Мекка. Дорогие братья и сестры, Всевышний Аллах это место отличил множественными достоинствами. Один из этих достоинств, что Всевышний Аллах сделал свой дом Каабу в этом городе. Всевышний Аллах в Коране говорит на языке Ибрахима, алейхиссалату вассалям: «Раббана, инни асканту мин зурриятти биуадин гайри ди зарин инда байтика аль-мухаррам». О наш Господь, я поселил часть моей семьи в ущелье, в которой нету никакого растения и посева, возле твоего хранимого и возле твоего запретного дома. Также из достоинств Мекки является, дорогие братья и сестры, то, что Всевышний Аллах сделал этот город безопасным. Всевышний Аллах этот город сохранил, и Всевышний Аллах сделал запретным войну в этом городе. Всевышний Аллах также говорит в Коране на языке Ибрахима, алейхиссалям: «Робби джаал хаза баладан аминан варзук ахляху». «Робби джаал хаза баладан аминан варзук ахляху минат самарат». «О мой Господь, сделай этот город безопасным и накорми их из разных фруктов». Также, дорогие братья и сестры, из достоинств этого города Мекки является то, что Всевышний Аллах увеличил и умножил их ризк. Ризк тех людей, которые поселились в этом городе. Всевышний Аллах в Коране говорит на языке Ибрахима, алейхиссалям: «Фаджаль афидатан наси тахуи илейхим варзукухум минат самарати лааллахум яшкурун». О Аллах, сделай сердца людей